Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Девушка славится своими провокационными выходками. В своем инстаграм-аккаунте дочь Ларисы Гузеевой Ольга сделала провокационное заявление. Она сообщила, что и дальше планирует жить на деньги звездной матери. В сторис Ольга выложила свой ответ на отрывок из какого-то телешоу. Голос ведущего за кадром говорит, что у Ольги нет ничего, кроме известной своей быдловатостью матери. Дочь Ларисы Гузеевой спокойно отреагировала на данное заявление. Она ответила, что с такой внешностью, как у нее, ей можно ничего не иметь. При этом девушка не посчитала нужным осудить комментатора за то, что он оскорбил звезду «Давай поженимся». Кокетливо вертясь перед камерой, 20-летняя Ольга продемонстрировала всем свою высокую самооценку. «Буквально живая богиня», — написала она про себя. Также Ольга на английском языке заявила, что она и дальше будет сидеть на шее у Ларисы Гузеевой. «Меня не волнует, что это деньги моей матери. Я останусь богатой и красивой», — с вызовом произнесла она. Напомним, Ольга появилась в третьем браке Ларисы Гузеевой с Игорем Бухаровым. Также у девушки есть сводный брат Георгий от второго мужа матери. Недавно появилась информация о том, что Лариса Гузеева рассказала о хамском поступке дочери. Во время обеда Ольга выплюнула в руку матери еду, объяснив это тем, что блюдо невкусное. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.